Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас уже 6 октября 2023 года. У микрофона Леон Вайнштейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Поговорим мы сегодня об одном интересном аспекте войны, происходящей сегодня в России, между Россией и Украиной в Украине. Российский Черноморский флот бежит из Крыма, сломя голову. Начиная с 1944 года на место депортированных татар, греков, армян, болгар Москва начала перемещать в Крым сотни тысяч этнических русских. В Крыму находился штаб Южного Черноморского флота Советского Союза на момент отделения Украины и провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Базы флота были в Украине, Молдавии, Грузии, Сирии, Ливии, в России. Общее количество персонала 100 тысяч плюс 60 тысяч вольнонаемных, то есть гражданских по контракту. В распоряжении флота было 833 боевых корабля и сотни самолетов. 1 января 1992 года адмирал Игорь Казатонов приехал на встречу с президентом Украины Кравчуком, который объяснил ему, что денег у Украины нет. Содержать флот страна не может, и вообще Украине боевой флот не нужен. 4 января, через 3 дня после этого, Россия сообщила, что будет финансировать флот и будет платить Украине арендную плату за корабли и землю, на которой находится, ну не за корабли, а за порт, естественно, где они швартуются. И за землю, которая, так сказать, используется под здания, относящиеся к флоту. В 1997 году Российская Федерация и Украина разделили флот. До этого, так сказать, все это происходило, так сказать, ну, практически на таком договоре о пользовании. Да? И Украине перешло 30, по-моему, не ошибаюсь, боевых кораблей. Одна подводная лодка. Зачем она нужна была, так сказать, продать, может, колумбийцам, чтобы возить наркотики, не знаю. А Москва получила 338 боевых корабля, 106 самолетов и вертолетов и начала платить, значит, стабильно по договору 100 миллионов долларов ежегодно в закрома Украины, в казну Украины. Во время захвата Крыма корабли, которые принадлежали Украине, были либо захвачены российскими захватчиками, либо уничтожены россиянами. И в распоряжении Украины осталось чуть более 20 устаревших суден, которые, собственно, боевым флотом называться никак не могут. С самого начала военных действий 22 года Черноморский флот, который базировался в захваченном Крыму, имел абсолютный контроль на территории Черного и прилегающего Азовского моря. Корабли этого флота обстреливали Одессу, другие прибрежные города, с них летели ракеты, дроны, которые разрушали жилые дома, порты, убивали сотни и тысячи мирных жителей. Не боясь никакого сопротивления, суда останавливали торговые корабли, даже те, которые шли по коридору, о котором Россия договорилась с Организацией Объединенных Наций. Почти что 600 дней войны Черноморский флот оперировал в бассейнах, ну, рядом с границами Украины, ну, как в своем приусадебном участке. На 22 сентября 23 года, как выяснилось, по секретному приказу командующего Черноморский флот начал побег от берегов Украины. Основные силы перебрасываются в российский порт Новороссийск, находящийся 300 километров от Севастополя. Некоторое количество более мелких кораблей переводится на так называемые малые базы на востоке Крымского полуострова или просто в мелкие порты российского Черноморья. Британский министр обороны Джеймс Хиппи прокомментировал это событие следующим образом. Мы наблюдаем функциональное поражение Черноморского флота, сказал он. Флот заставили с помощью военных действий разделиться на части и бежать в укрытие, из которого действовать против Украины будет либо невозможно, либо
очень сложно. Что же произошло? Каким образом Украина заставила мощный российский флот бежать с поля действий? Они просчитались, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника штаба армии Украины. Мы нашли способы заставить их бежать, сломя голову, сказал он. Романенко сказал правильное слово – бежать. Потому что то, что происходит с кораблями Черноморского флота, это не передислокация, это побег. За последние месяцы Украина произвела множество атак на корабли Черноморского флота, действуя как ракетами, так и морскими дронами. Украинцы подбирались близко к судам и атаковали с разных сторон. Корабль, если он был один корабль, не мог уничтожить все дроны и ракеты, летящие на него одновременно. Российские корабли не могли теперь в одиночку выходить в море, не могли проверять суда с зерном, должны были все время держаться группами. Украинцы смогли даже уничтожить припаркованную в доке подлодку. Горели малые вспомогательные суда, горели доки. Были уничтожены две системы С-400. Это земля-воздух, чем Украине удалось добиться разрыва в воздушной защите Крымского полуострова. Но самое главное, что произошло, это украинским силам удалось повредить ремонтные мастерские порта. Повредить до такой степени, что ремонт крупных российских судов в Севастополе стал невозможен. Дерзкие атаки украинских командос свели практически к нулю возможность россиян высаживать войска в районе Одессы и также защищать российские войска, находящиеся рядом с Херсоном. Каждый раз, когда слышишь подобную историю, вспоминается, естественно, библейское сражение Давида и Голиафа. Голиаф был огромного роста, прекрасно вооружен, а напротив него вышел мальчишка, обладающий, правда, качествами, которых у Голиафа не было. Он не мог отступить. Он сражался за свою родину, за свою семью, за своих близких и против оккупантов, не имея возможности противостоять равным оружием, равной мощью. Он взял пращу, хорошо ее раскрутил и засадил в лоб Голиафу здоровый камень. После чего гигант рухнул. Украина в 3 раза меньше, чем Россия по населению, наверное, в 10 раз меньше по вооружению, но она сражается за свою независимость, за своих близких, против оккупантов. И действует, и должна действовать, и действует умом, ловкостью, сообразительностью. Как видите, и на этот раз Украине удалось засадить ровно в лоб Черноморского флота здоровый камень, а если точнее, много здоровых камней. И флот бежал. Поздравляем украинцев с еще одной победой. Свободе. Свобода вам, господа.